Ну что, ребята, постреляем? Детка, ты опасный человек. Всем привет, меня зовут Женя Феномен. Сегодня 29 июня, и мы будем играть в Лазертэг в городе Красногорске. Сегодня против нас будут играть какие-то ежи, гвардейцы. Кто там еще? Черти, не забывай. А, и, конечно же, черти. Очень серьезные ребята, подготовились серьезно, но мы тоже не промах. Посмотрели вчера маршрут. Поняли, что нам... Да, и поняли, что нам будет все хорошо. А сейчас мы ищем Red Bull. Тут нет ничего, кроме вот этой азбуки вкуса, в котором цены в 50 раз дороже, чем в обычном магазине. А Паша нашел... Когда там ничего не покупается. А Паша нашел связной, ему нужно кинуть денег на телефон. Они будут, понимаешь, они все равно будут рашить вперед, то есть они не будут отступать назад постоянно. Они будут пытаться обойти нас со спины, либо же, ну, то есть они будут встречать идти в лобовую и по флангам. Предлагается отойти чуть-чуть назад, либо разойтись по флангам, чтобы их выпустить вперед и с боков закрыть. Коробочка хоккейная, понимаешь, что такое? Ну здесь откуда будет 2 километра взяли, если тут 300 метров стоит? 2500. Нет, вы говорите, что им 2 километра бежать, когда тут расстояние... Не-не-не, если мы обороняемся... Это в следующий раз. Когда мы обороняемся... Вот, здесь оборона. Мы уходим вот сюда, можем срезать, идти как угодно. Уходим вот сюда. Это флаг идет у нас тут. Угу. Мы уходим... А они, если узнают, что мы срезали, они тоже пойдут сюда. Они идут куда угодно. Мы их убиваем, они идут ко врачу. А врач... Не, я не думаю тем, что имеет смысл вот совсем далеко отходить. Совсем далеко, на метров 500. Я имею в виду, что имеет смысл отходить за свою аптечку, так чтобы нам своя аптечка была ближе к бежать. Нам надо вот здесь ловить. А это Максим Марцинкевич, тесак. А это представитель Лазгарда, да, по-моему? Евгений Лазгард. Привет! Че, у нас еще 3 человека в этой пробке стоят. Да, ну ладно. Че делать-то? А что проблема, собственно? Ну я с вами просто атаку рассказывал сначала. Что хотите? Ну мы тоже... Что хотите, ребят? Давай монетку. Мы хотим играть в атаку. Давай монетку, вот, давай монетку. Кидай монетку. Что монетка? Мне абсолютно... Ну что, мы сейчас будем стоять полчаса? Да не будем стоять полчаса, мы просто пойдем в атаку и все. Так, что выпадает, тот нападает. Потому что так долго будет. Один не хочет, второй тоже брифинг там как-то. Если орел, то что? Так, вот это у вас орел. Я понимаю, но все равно, ну и дальше ты что? Мы орел нападаем. Мы орел. Решка. Что выпадает, тот нападает. Все там нападает. Все честно, не нарко. Когда вы дойдете, будете отступать и дойдете вот до этого места, там будет на кусту висеть бумажка по идее 450 метров. Это сценарий точки, я дам свисток. То есть игра остановится, так. Расходится, доктора... ставится база. И а поехали. Время вы засечете? Сколько перерыв? А вот время точка сама задает. Нет, а общее время игры остановится на это время. Да, я засекаю тогда это время, то что остановка. А есть чем засекать? Сколько будет разыгрываться точка? Да. Секундомер запускаю, все. И, соответственно, до этого время будет у вас, ну, как бы, сколько мы времени оборонялись, да? Я записываю, во сколько мы начали, отлично. Во сколько остановились, во сколько потом продолжили. В игре обороны один игрок может спалить, в принципе, всю команду. Ну, то есть, если он будет постоянно подставляться и бегать, да? То есть, его все время будут убивать. Поэтому ваша задача в этой игре в обороне сделать так, чтобы вас не убили никогда. То есть, если у вас есть выбор, вот вы сидите за деревом, и убить 3 красных, но умереть, или убить 1 красного, но остаться жив, вы выбираете 2 вариант. Все поняли, да? Вот. Значит, кому-то нужно сейчас бежать им в тыл, нам нет смысла, да? Потому что нам бежать им в тыл, соответственно, на аптечку? Они на аптечке лечатся на своей сколько угодно, правильно? Правильно. Вот, то есть, у нас сейчас задача как можно меньше умирать и по возможности останавливать флаг таким образом, чтобы нас не было видно. То есть мы где-то заныкались, да? Флагоносцы отстрелили. Если они пронесут флаг далеко-далеко, даже до нашей аптечки, да? мы его быстренько у нашей аптечки перехватим и тут же донесем. Поэтому пусть несут свой флаг. Почему? Ну, по тем же причинам. Смотрите. Если для нас представляет опасность только флагоносная группа, да? Остальные опасности для нас не представляют. Если они нас не убивают, мы же не отходим, правильно? Время тянется, наша задача тянуть время. Правильно? Чем дольше мы будем обороняться,
тем, соответственно, больше у нас будет шансов потом победить. Правильно, да? Вот, поэтому можно вообще как бы заныкаться и очень аккуратненько, как партизана убивать. Мы, когда предыдущие игры играли, у нас были простые правила. Двигаемся и все. А все будет, двигаемся. Добрый день. Здрасте. Хорошего дня. Немцы в городе. Тише, не надо так говорить. Первая положительная реакция за три игры. Первая. Пока ты не начал стрелять. Дети не сидят за компьютерами, да? Бегают. Как старые их молодость. Нам нужно, чтобы процентов 60 держало спину. Они бы будут спину ходить. Быстрее, пока не увидели. Мы идем. Ты знаешь, где это? Давай туда. Нет, я через Синие готовы. Че, мы же не все здесь побежим. Кто-то с той стороны. Я вот сюда налево задом побегу. Раз. Метров 100. Два. Три. Вот это фигня. Ты. Ой, лужи, я не. Был труп. А если он готов мусор? Да. Раз. Ну, они два. Там, он сам сидел. Три. А ты давай. Кто-нибудь, вон он!
Быстрее бегите сюда на подмогу. Что-то как-то подозрительно все спокойно. Давай. Выиграли. Два раза? Да. Там дивизия. Что такое? Засланный казачок.